Гоу! Еще раз всех приветствуем, с вами Кирилл, Кайл, Денис Паркер, группа Anti-Cheaters, Ukrainian Cup, 5x5. Ух! У нас полуфинал, да? Правильно я понимаю? Или это четвертьфинал? Вот с этим я не разобрался, простите, пожалуйста, с этим я чуть-чуть недопонял, чтобы сейчас вас не дезориентировать. Это четвертьфинал турнира, встречаются команда Тренера против команды Кури, Кури 9, Кури 9. Вот. Ну и, соответственно, порезались. Кури 9 выигрывают. Выигрывают ножи на дасте втором. Напоминаю, что за атаку, точнее, за Кури 9 играют два человека из команды Марго, а за тренеров играет Данск. Ну и составы команд по никам в игре. За Кури 9 они играют за атаку, ножи выиграли. Это, да, унижение, Куни Линукс, Фейк Реалити, Дансер и Кури 9. За тренеров играет худший. Садни Зорот, No Mercy, тренер по сексу, он же Адванс, и CC Кетч. Вот так вот. Ну, атака как расположилась? По карте ребята двигаются, middle плюс B, готовится сплит B плунта. На B приемка будет от кого? А, здесь на запуск будет приниматься, дают B плент. Middle смотрит No Mercy, пытается перестреливаться щепками, и Кури 9 развели пацана на выстрел, забрали еще игрока на B, и здесь выход на А, но... Ой, на Б, точнее. Здесь тренер по сексу в КТ пытается выбивать уже здесь мидл. Нужно подходить под Б плент. Хаешка летит прям хорошо, на голову кого-то прогрела. Дальше будет выбивание в меньшинстве, попытка перестреливаться. Но нет, с очка уже принимают и... Ой, отлично, Адванс! Ну, Адванс застрял в очке. Вот, скажем так, это все, что можно было об этом раунде сообщить полезного. Так, 1-0. 1-0, Кури 9. Ведут, тренера проигрывают. Чё гоу, чё да, чё поехали, чё почём. 1-0, четвертьфинал. Напоминаю, это сингл элиминейшн. Проигравшие вылетают с турнира к чертям собачьим, но победители несутся. Кстати, призовой фонд турнира, вот это вот интересно, мне бы хотелось. Так, призовой фонд у нас составляет 100 плюс 50, короче, 200 баксов, за первое место 100 бачей. Ну и выход по длину, ребята выходят на аплэн! Адванс казнит просто, Адванс хорош, на четверке хелпа срочно нужно, Кури 9 с подъема, забрали Куни Линукса и забрали еще его, последний фейк реалити, он с длины пытается перестреливаться, минус плен, есть игрок в просвете, один в один, худший, а он ни хрена не худший, забрал рекламу, отлично, 1-1, счет в игре сравнивается, вот так вот, кстати, по скиллам хотелось бы отметить. По скиллам здесь, короче, одни на уровне М плюсиков, а другие до сих пор на П минус. Ну, рейтинг здесь не учитывается в турнирном раскладе, как бы они ни выигрывали, рейтинг ПТС никому не прибавится, поэтому можно здесь как-то не обращать внимания на эти моменты. Да, Адванс застрял в очке, но в этом раунде его команда зарешала, и у Адванса сразу появился авик. Так, хорошо, первый контакт у нас с Зигой, прогревает на МРС, ХАЕ прям под попу, 59 кп остается, ну и с Дигла его забирают. Так, форсбай вываливается на мидл. Так, ну с авиком, ну ты попадешь или нет? Три просто промаха, четыре промаха, Адванс! Нет, если бы Кеша был в его команде, я думаю, у Адванса сейчас бы вообще очки бы запотели очень сильно. Хотя, надеюсь, на этом турнире Стас играет в линзах, и все у него будет в порядке. Никто его не будет обзывать, кошмарить и так далее. Ну, в этом раунде он явно подвел своих тиммейтов, они принимали мидл, на хелпе он не сработал, щепок. И теперь придется играть раунд на пистолетах, фактически эко с укреплением... Лены, да, есть один фамас, кстати говоря, ребята закупились, я вижу, ну, форсбай такой, не классический, 4 дигла и фамас, ЗКТ, так, в спину, сисикетч пытается восьмерку нафармить, фейк реалити остается 23 хп, но пошел выход на аплен, забрали здесь Стаса, но худший дает минус, Стас лучший, надо ему было назваться лучший, да, раз есть тиммейт худший, значит, должен быть и лучший. Так, ну всех разобрали, форсбай не удался, всего лишь один минус, забрали Кури 9. Средний пинг, кстати говоря, у одних 21, а у других 131. Здесь тренер по сексу, 360 пинг, его кто-то дедосит, наверное, 362, 377 у Стаса, Стасика дедосит, даже в чате уже пишут. Так, а мы смотрим, Стас двигается с респауна, пытается это делать, пинг уже за 400 зашкаливает. Видимо, давление и пинг у него как-то сегодня катастрофически будет худшим. Так, сплита плунта, попытка перестреливаться Зиги. Ну, заберет. Нет, Кури 9 все-таки забрал. Так,
Смотрите, смотрите, что пишет Стас. Без ДДоса, думаете, не выиграете? 500, 550 пин. Кто выше, кто больше? За чей счет отдыхаем? Да-да-да. А если бы цыган с ним играл? Да, если бы играл спичзор, цыган. Там бы была вообще, да, эйфория жесткая. Там бы не только очки скопили. Цыган бы задушил его там жестко. Так, попытка простреливать мидл. Попали по кому-то, но нет. Я, кстати, без баров, поэтому, ребят, по хп я только перещелкиванием смогу узнать, у кого сколько. Так, ну все, хватит досить Стаса, он не виноват. Он ни при чем. Он против ДДосов. Против. Так, ну и Сэднис поджимает баночку, кстати говоря, пока его тиммейты страдают на зиге. Ну а Сиси Кейч на Б! Он на Б принимает! Отлично! Выбил пачку, если я не ошибаюсь. И пошли флешки на Б. Плен Сиси Кейч белый сидит за иксом. А тиммейт очень далеко находится. Сейчас по зиге ползет. Так, все, Сиси Кейча забрали. Ну и нужно устанавливать пачку. 1 в 2. Ну, преимущество здесь есть. О, они оба рыдовые. На обоих у них по 17 хп. Две пулечки, и можно брать раунд. Но главное понять, где они находятся. Так, забрали. Чуть-чуть не хватило. Не перевел прицел. Так, а Стас вернулся вообще в игру, нет? Пичзора дедосит. Кстати, интересно, да. Он хочет тоже ворваться в игру, но... Так. Пауз нету, переигрывать никто не хочет, бота оставляют респе, ну и снова пистолеты. Маркелов, кстати, Маркелов зашел в игру, всем лежать, морды в пол, Егор работает. Но это фаст выход на Б-плент против одного парня с пистолетом, без шансов. Куринайн будет запирать спину, так, поймал двоих на холпе, минус в КТ респауне, один в зиге остался у КТшников, ну и один на кировском респауне, понимает, что пачку здесь не оставили, и покидает худший этот сервер. Так, у нас теперь ДСН заходит. Отлично. Так. Может быть, с двумя ботами будет попроще. Угу. Круто. Да, пока что так. Маркелов может по скиллу заменить адванса. Да, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Егорка сейчас не в такой форме, чтобы менять кого-то вообще. Тем более адванса. Адванс, хера себе. Так, ой, как жестко вышибли мозги. Возвращается в эту игру профи. Профи этой игры. Сэднис поджимает 0. Отлично играет против нижней. Но МРС принимает зигу. Упор. Упор закрыт. Стас сразу принимает ДЛ. Отлично. Будем смотреть только за адвансом в таких ситуациях. Так. Возвращается и худший. Денсера забрали 1 в 1. Как вы думаете? Какие расклады? Что к чему? Я думаю, можно ставить сток одному на Стаса. Стаса. Пальчиха. Так. Так его фамилия. Официально. Так. Ну и, Стас, а сколько у тебя пинг сейчас? 68, пока все нормально. Денсер пока не знает, где над располагается Стас. Ну, примерно узнает, что минуса давал в просвете, но он с пачкой решает идти именно под апленд. 45 секунд до конца. А ладно, я беру свои назад слова. Так, ну а Стас просто, вот, даже если поставится пачка, он может просто не угадать. Игрок походит по дальней стеночке на ДЛ. Просто дикий шифт на карте. И Стас думает, что может выйти мидл. В такой-то ситуации выйти мидл, ну, шикарно. Слышит? Нет, не слышит. Слишком далеко находится игрок. Пачка. Пачка под КТ. Пачка под КТ. Привет, Андрей. Так, все, он додумался. Он сейчас еще увидит пачку. Так, 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 Денсер уходит в зиг. Информации нет. Это просто, это час судьбы для Стаса. Так, Денсер вообще глубоко ушел. А зачем ты идешь в плент, Стас? У тебя пачка стоит под тебя. Куда ты чекаешь? Куда ты чекаешь? Так, ну все, ты должен понимать, что игрок ушел в зигу. Или он будет с мидла. О! Брависсимо! Брависсимо! Просто изи раунд. И вот такие Стас вообще не отдает. Молодец, Адванс. Просто сотый раунд забирает. Вообще красава. Ну правильно, он понимал, что игрок ушел в зигу, будет смотреть с мидла пачку, которую поставили под КТ, и им должно быть стыдно, наверное, проиграть. Ну нет, все, их пятерка. Их пятерка, болеем за них, за тренеров. 6-2. Так, Сиси Кетч уже вышибли мозги в этом раунде. Здесь он уже не продолжит игру, к счастью или к сожалению. Ну и пошли прострелы дефолта на ДЛ. Попытка сплетануть пода. Несмотря на... Так, Стас занял позицию. Стас. Ой-о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 й. Хае, куда дать хае? Дайте информацию Стасу. Он накинет гранаты. Раз граната, два граната. Выходит под эти гранаты Стас, но сам слепой.
Сам слепой. Мы тоже откинули флешку, возможно, даже свои, но... Так, попытка пройти по ДЛ, так он пытается шить. И выбегает, отлично. Есть минус, Петя последний. Посмотрим за ним, 1-3. Легенда посткапа. Вышибли мозги Стасу. И кто ему попал просто по черепушке, я так и не понял. Так, все, 1-1, Стас и... Более лакерного игрока я не видел на этом турнире и, наверное, не увижу. Стас забирает просто, даже не убивая своих тиммейтов, забирая раунд. Просто изи. Арабеска отдыхает чисто, да-да-да-да-да. Именно так. Так, продолжим смотреть, но это вообще какой-то ужас. Вообще, клатч-министр в деле, просто Данска на пенсию и врубаем так. А, опа, есть движуха под Б, но здесь Дансер на ноге просто проломил всем черепа. Проходит под Б, пачка устанавливается, но посмотрим. Так, мидл запер Куринайн. А Стас, смотрите, как раскидывает грамотно флешечки. Так, все, ой, какие под ящик дал, все, посмотрим. Он дал гранату и не вышел под ним. Куда ты, Стас? Блять, что? Что он делает? Задает флешку? Он не врывается под эту флешку. Он ждет игрока с тэшки, но обманным маневром пытался тут как бы 2 в 2. Но от Стаса много зависело в этом раунде. Времени очень мало. Нужно давить плен срочно, в срочном порядке. Времени очень мало. Успеет? Не успеет. Ну, очень долго шли пацаны к этой пачке. Раунд, конечно, не взяли. Да уж. Да, вот такие вот пироги. 6-3. Хотя так близко была победа. Возвращается в игру бот. И теперь у нас будет фален на этом сервере. Кстати, респауна под Б. И на 1.6 респауна неплохо так действует. Наконец-то пацаны додумались, что можно брать паузы. Эх, хорошо. Так, параллельно у нас команда Гужбан выиграла атаку сквад. За Гужбан играют рыжие ребята. Вижу Батала. Остальные, к сожалению, по никам не знаю. Может, они просто сменили. Так, турки против ХД клан. Что у них? Ого, здесь красные картинки у турка. Вот это уже интересно. Но здесь они играют против ребят с, наверное, преимуществом в пинге. Так, ниже по сетке грузины бодаются с командой Супермикс. Грузин, кстати, рыжие картинки. Но уже полуфиналы будут веселые, я так понимаю. Интересно. Ну, фавориты тут только QRTM, я так понимаю, да? Гадлайки, да. Гадлайки. Гадлайк. Заварил пыль с подоконника. Интересно, девки пляшут, конечно. Так, да, сейчас я ворвусь. Так, что? Пошлите смотреть дальше, что у нас в игре. Пошла движуха на Б-плен. На Б будут принимать вообще КТ как-нибудь? Что с вами? Так, нет, первого не... А, здесь на хелпе был Стас. Отлично, проспрейл до унижения. 2 в 2, но тут проблема у Сэдни Зорода. Он как бы вернулся в игру, но у него уж какие-то лаги. Что-то неприятное с ним происходит здесь в катке. 2 в 3. Два будут играть с мидла, забрали очко, накидывается флешка на мидл, Кунилинукс подошел в упор и готов будет сейчас врываться в этот дым, но... Так, врывается под флешку своего тиммейта, забирает одного, а худший пошел сейвить. Интересно, очень-очень интересный мув, конечно, ребята соорудили. Так, поменяем название на плече. Чтобы все четко было. Выложи на YouTube или в группу ВК турит. Ну да, это уже от Паркера зависит. Если он все записывает, то выложим, конечно. Так, вторая пауза. Кстати. Возвращение блудного сына, да? Интересно. Вот так вот. Все, ребят, пишите свои комментарии, будем по возможности их озвучивать. Без всякой запрещеночки. 8-3. Пока что 8-3. Первая половина за атакой. Телегу чек.
Так, продолжаем смотреть. У нас всего лишь 8 секунд. Ну, надеемся, пацаны с 12 раунда соберутся. Угу. Так, поехали дальше. Ну и атака, естественно, уже фармит очень хорошо по деньгам. Мы даже видим эти все деньги на ХЛТВ находясь. Вот, кстати, это такое, это небольшой прокол, наверное, с этим плане. Потому что, ну, нельзя такие вещи, чтобы люди на ХЛТВ видели. Не, нам-то, конечно, хорошо, а так, в принципе, информацию на будущий раунд дадут. Так, пачку выбили на банке, да? С этим зорда забрались. Секеч, так, так, ну забери ты его, ну ски... Да, у него патрон мало. И... Нет, не получилось. Худший последний, он на меде, его также забирают. 7-3, 8-3. Да, ребят, 8-3, уже 9-3, кстати говоря. А если отталкиваться в реальном времени, там уже, наверное, счет еще более весомый. Нет, пока еще нет. Параллельно я пытаюсь смотреть, что с играми. 15-0. Так, одна команда уже в полуфинале. Кстати, единственная команда с российским флагом пока что. А, ну тренера тоже. И ХД клан. Не, на самом деле много тут получается. Так, есть движуха на меде. Пытаются перестреливаться и довольно-таки неплохо. Размен 4 в 4. Так, денсер. Минус по адвансу. Ну вот, главная мощь упала. Ой, Кунилинукс, он с авиком на 8. Пытается... О, ну да, я тебе верю. Прострелил в голову парнишку. Пытается проходить здесь под бордюрчиком. Присел. Нет, последним не выдал патроном. Мерси забирает. И 1 в 2. Но мерси. Так, есть информация. А что делает игрок? А... Да, странно. Пацаны, походу, без инфы. Потому что Сикеч вот только сейчас подошел поближе и... Да, унижение работает, вот действительно, на сотый раунд. C58. Есть информейшн. Нужно, наверное, забирать дальнего. Ну или вообще хоть какой-то минус здесь сделать нужно. Двумя трудно перестреливаться. Но его контрит, его контрит. Два ствола, уже в один пошел релоуд. Так, ну времени остается не так уж и много. Поэтому можно, в принципе, загаситься сейчас вдвоем, отдать эту пачку и отойти на более закрытые позиции, пока игрок команды атаки все прочекает, подойдет, но на умерси забился возле банки. И это четвертый. Четвертый раунд. Боишься? Боишься меня, говорит. Боишься. Так, снайперскую винтовку передают Стасу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрим за снайпером. Снайпер элит в деле. Будет проверять мидл. Чекает. И Петя без мозгов. Нет, 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 нет. Так, ой, какой пиксель смотрит Стас. Нифига себе, вот это профик. Так, смотрит на ягодицы своего тиммейта. Забрали на длине. Кстати, выпад пошел под баночку, под ДЛ. Тут накидываются флешки в просвет. Попали в ногу Кунилинуксу, но пошел дальше выход. И причем одновременно выходит и на А, и на Б. Вот такие вот клещи интересные. А где защита вообще? Защита, Сэдинс притягивается с ДЛ. Забрали уже адванса, пачка ставится под дик. Но нет, но умерси. Вышел на диком тайминге, выбил пачку, ну и последнего также забрали на ДЛ. Петя играет уже с Фамосом. 10-4, последний раунд, первая половина. Она не очень была хорошая для защиты. Надеюсь, в атаке у них больше будет получаться. Ну и 20 фрагов у Денсера, если не ошибаюсь. На Тускане тоже он был фраг-лидером в целом и в общем. Вот, ну и продолжаем смотреть. Атака просто фаст, выход Б втроем. Ребята в дым будут выходить, в дым, а в дыму-то будут принимать. Здесь адванс с диглом. На, ушел просто с пляжа. Минус один. Очень легкий минус. Стас, отлично, выпрыгивает в щепки. Ну зачем ты полез туда? Зачем, Стас? Ну это что? Ну проживи ты, помоги своим пацанам. Нет, Стас просто вот поверил в себя. И в итоге 11-4. Хотя могли цепануться за раунд после таких-то минусов. И Б, конечно, они вообще намертво смотрят. Один в фронту, один в тупой. Это прям good tactic. Ну и сейчас посмотрим, как атака атакует. Атака атакует. Защита защищается. Щепки, мидл, аркадит Петя. И сразу пытается перестреливаться здесь с быстрым. Видит игрока в девятке. Ушел. Все на нуле. У атаки все на нуле. И сразу пошла перестрелка. Такое редко видишь на миксах. Но вот в турнире такое возможно, что оккупировали девятку и восьмерку и перестреливаются против выпада от защиты. Одному разбили щи, второму разбили щи. Но защита, несмотря на это, будучи рядовой, поджимает сейчас ноль. Пошли ребята в агрессив. Остается на девятке, если не ошибаюсь, он последний против двоих. Петя хочет зарезать. Нет, худший. Оба рядовых. Тут буквально один патрон может зарешать раунд.
Так, ой, ну здесь вылез на отца и забрал игрока на восьмерку. 12-4. Самый скилловый игрок Linux. Ну, если исторически думать, ну, наверное, да, Петя Linux. Вот, ну, видите, он как бы особо не играет в эту игрушку. Ну, наверное, даже не знаю, фейк реалити он тоже что-то раздает. Хотя, ну, просто смотря за ним, как он раздавал пару раундов, хотя по фрагам он сейчас не лидер. Так, Куни Linux забрал первого, поджим сразу нижний. Будет хелповать своему тиммейту в верхней тэшке. Так, ох, его еще не отпустили, забрали Б, все. И сразу защита ретейка, не дает зайти на Б-плент, накидываются гранаты. И ложится смог под X сразу здесь. Ой, первого, второго не получилось. Сикетч дает минус, смотрите, что делает адванс номер C. Так, мы здесь посидим на нулике. Пока наши ребята будут доблестно воевать за Б-плен. Здесь Сикетч, ну, он очень долго живет, на самом деле, в этом раунде. Он успел убить двоих. И все, уже окружили со всех сторон Б-плен. Понимает, что это все-таки вектор на А. Пачка устанавливается не очень удачно. Но Мерси готов здесь десантом на лицо присадиться и высадиться. Так, защите. Так, Куринайн. Оп. Так, вот, развел, отлично. У них прям связочка такая миксовая. Постоянно миксы играют. Мерси с адвансом. И готовы тащить. Так, Дигл. Зиги, ну не поворачивайся. Ой, какой тайминг. Тайминг. Ну, последний адванс. Подъем. Я уверен, что он затащит. Просто уверен. А, он-то последнего КТшника остался. Я думал, их двое. Адванс! Тащит очередной раунд. Вообще отлично. Просто изи. Пятый. По-моему, все почти раунды, в которые они выигрывали, так или иначе, адванс повлиял на эти. Да уж. Стал адванс. Молодец. Чемпион мира по Counter-Strike. Продолжаем смотреть. 12-5. У защиты теперь вылетает игрок. Какая-то карма настигает защиту. Но здесь Куринайн Linux в деле. А, фейк реалити, да, по всей видимости, вылетел или вышел с сервера. Ну, они проиграли раунд, у них экономически ничего страшного. Здесь оккупация баночки происходит. Ой, поджал нолик. Поджал ноник Куни Linux, но его здесь остановили. Все-таки да, он 2 минуса. Денсер Ласт подобрал бота в респе и будет выходить с просвета. У бота, по-моему, только второй армор они в таких случаях берут без девайса. Ну и вышиб он еще и всю дурис худшего. Так, 12-6. Уже поинтереснее. Дансер Куч. Ну, просто банально ребята ждут пятого. Хотя бот закупился, а остальные берут пистолетики, да. Да и все вроде закупаются, берут они полностью закуп полноценный, но с ботом я уж не знаю, как за защиту отыгрывать. Атака, смотрите, очень аккуратно. Ребята работают пятером с нуля, накидываются гранаты в банку. Банк уже контролит худший. Выход пошел через лонг. А Куни Linux должен слышать всех под Дел. Он слышит двоих как минимум. Он это понимает и готов на гранаты работать в помощь своему тиммейту. Флешка летит под просвет. Сразу первый фулл блайнд, но худший готов здесь толповать. Денсер тем временем. Ой, отличная аркада нуля. Но здесь Сисикетч. Но всего лишь один минус по пингу. Проседают пацаны. Пачка на 8. Пачка-то на 8. Пацаны, возвращаться пора. Домой. Так, ну адвансу вообще пофиг. Главное сейчас всех зарешать. Пачка на 8 до сих пор. Так, Куни Linux. Все, адванс последний. И в этом раунде адванс дал уже 1, 2, 3. Ну, 3 минус уже неплохо. А если затащит, то, соответственно, 4. Если он, конечно, убьет и денсер не разобьется вообще от страха. Так, пошла первая финская. Опа, первая. Нет, не финская, минская. Минская флешка. Так, все. Стас, он понимает, что где-то в респе. В респе, скорее всего, игрок возле пачки. Так. Стас, ну посмотри, ну Стас! Зачем тебе 4 глаза, Стас, братик? 13-6, да уж. Стас не затащил, хотя так был близок. Блин, в принципе, если было бы 12-7, там вообще можно было цепляться за игру. А здесь 13-6 и расклады не очень хорошие. Продолжаем смотреть. Тем временем перестрелка с нулем, Куни Linux. Так, ему здесь щелкают с пистолета, причем с глока по лицу неплохо нащелкали. 2 раза я успел засечь, и у него остается 36 хп.
Ушел он в КТ, рядом хелпа от Хуча. Ну все, Хуча подхватили. Ой, что это? Как это? С Юспа просто в упор перестреливает девайс. Ох, принимается здесь от Хуча, он же Кьюри 9. Принимается Зига ЭДЛ. Так, 2 в 2. Слушайте, интересно, посмотрим снова за адвансом. Главный из тренеров, он по сексу тренер. Самый главный, в принципе, да? Так, так, все, а Стаси знают? И Стас о них знает все. Ну, Стас, тебе нужно жить, жить, живи, Стас! Так, фуллблайн CCKH забрал все-таки Кунеринокса, но я думаю, что он отошел от этой флешки. Так, угадывает, 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 откуда будет играть КТшник. Он с медла, и CCKH должен понимать, что тот полезет в окно. Так, все, он слышал топот, но уже пункту игрок. Все очень быстро произошло, и... Да уж. Пачка будет обезврежена. Опять кого-то кикает ГГ. Ну и даже вчетвером, видите, вчетвером они тащат 14-6. Очень жалко не видеть Стаса дальше. Эх. Да, вот такие вот пироги, к сожалению. 15-6. Что ж, продолжаем смотреть. Ну и поджи медла. Кунелинокс раздает на восьмерочке. Дает минус. Не подбирает при этом девайс. Идет дальше фармить по головам, но дает один минус. И Нуров минус по-худшему дал. Выход с верхней тэшки от Сэдни с Зорода. Так, 3 в 4. Забрали Бэплен. Так, Стас. C58 дает минус. 2 в 2. А где пачка? Пачка-то на Б. 2 в 2. Можно, в принципе, цепляться за раунд. Но девайсы есть у защиты. Так, забрали мидл. Все прочекали. И CCKH полез в окно. А, 15, да, 6? 15, я что-то уже думал. Так. Где Денис? Да, Денис здесь. Денис, подай, подай, пожалуйста, голос. Да я здесь, я просто, блин. Он просто, как это, без мата грузится. В изумлении. Вот, прибывает немножко. Да не, все в порядке. Он периодически выключает микрофон, матерится, когда у него эмоции. Вот, а так он всегда на связи, всегда здесь. Все нормально, не переживайте. Так, АЕ залетает на восьмерочку. Плотненькое такое, на минус 42. Даже больше, минус 44. Второму тоже попали. Так, ну и... Ой, забрали мидл. А, не бота, просто бота продали. Ну а дальше пошел размен. Бота, просто бота не пожалели. Пошла флешка 9. Здесь No Mercy забрал свой, забрал игрока защиты, но флешка железная и все. Спасибо команде тренера. Они покидают турнир, но с высоко поднятой головой.